Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге я собрал 8 лучших электрических мясорубок на 2022 год. В мой топ попали только лучшие модели из разных диапазонов цен, от 5 и до 20 тысяч рублей. При отборе моделей я обращал внимание на следующие характеристики: мощность, производительность, количество скоростей, наличие функции реверса, оснащение, комплектация и наличие дополнительных функций. А чтобы понять, насколько эти электромясорубки справляются с переработкой мяса, удобны при эксплуатации и в уходе, я изучил отзывы покупателей и обзоры экспертов. И с их помощью я выявил плюсы и минусы каждой модели. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал. И не забываем колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео. А теперь поехали! Открывает мой топ Panasonic MK-G1501. Модель выполнена в пластиковом корпусе, но все внутренние рабочие механизмы, нож и загрузочный лоток изготовлены из нержавеющей стали. Прорезиненные ножки обеспечивают устойчивость и поглощение вибраций во время работы. За счет оснащения самозатачивающимся кованым ножом, а также благодаря высокой мощности 1500 Вт, 240 Вт номинальная, мясорубка обладает высокой производительностью. Она способна измельчать до 1,5 кг мяса в однородную массу за 1 минуту. В комплект входят 3 диска с разными по диаметру отверстиями, а также пластиковый толкатель. Управление у модели простое, механическое. Выполняется с помощью поворотного переключателя. Изменение скоростных режимов не предусмотрено, только включение и выключение. Как и все мясорубки этого производителя, модель оснащена защитой двигателя. Он остановится при угрозе перегрева или перегрузки, например, если в мясорубку попадут кости. Цена – 10 тысяч рублей. Эта модель является примером отличной базовой функциональности. Мясорубка оснащена всем необходимым для выполнения своих функций, обладает мощным мотором. Аналогом из своего сегмента цен уступает меньшей производительностью, сравнительно небольшой комплектацией, отсутствием функций реверса и невозможностью менять скорость работы. По отзывам на Яндекс.Маркете 95% пользователей рекомендуют ее к покупке. На 7-м месте стоит Bosch MFW3X10. Эта модель выполнена в более привлекательном дизайне с сочетанием белого и черного цветов. Отличается пластиковым загрузочным лотком и наличием удобной ручки, с помощью которой прибор можно легко переносить. Производитель предусмотрел еще несколько решений, которые упрощают хранение. Интегрированный в корпус отсек для хранения дисков и отсек для сматывания провода. Эта модель выделяется и способом заточки ножа. Он выполнен из нержавеющей стали и имеет 2 острых края. То есть его можно устанавливать любой стороной к решетке. В комплект входят 3 диска с диаметром отверстий 2,7 мм, 4,8 мм, а также насадка для приготовления колбасок. Двигатель мощностью 2000 Вт, номинальная 500 Вт, обеспечивает еще большую производительность, до 2,5 кг в минуту. Управление производится с помощью 2 кнопок включения и смены режима. У этой модели есть функция реверса, которая запускает шнек в обратную сторону для освобождения от застрявших кусков и наматывания жил. Цена – 9 тысяч рублей. Если сравнивать с предыдущей моделью, мясорубка обладает большей мощностью, производительностью, наличием дополнительной насадки и функцией реверса. Пользователи оценили удобные фишки для хранения насадок и провода. А главное – двухсторонний нож, с ним сборка происходит быстрее. Как всегда, владельцы ценят качество надежного производителя, и 95% из них рекомендуют модель к покупке. 6-е место занимает Polaris PMG-2582. Эта модель интересной формы представлена в черном пластиковом корпусе и оснащена противоскользящими ножками. Все рабочие детали, лоток для загрузки и система крепления сделаны из нержавеющей стали. Мотор мощностью 2500 Вт обеспечивает высокую производительность до 2,7 кг в минуту. Мясорубка оснащена технологией ProTech, которая усиливает крутящий момент и увеличивает эффективность. У модели есть несколько скоростей работы, их переключение производится простым поворотным переключателем. Предусмотрена и функция реверса, которая помогает освободить шнек от застрявших и намотавшихся жестких кусочков. В комплект входят 3 диска с размером отверстий 3, 5 и 7 мм. Насадка для приготовления колбас и насадка для кёбе, а также пластиковый толкатель. Как и у прочих моделей, двигатель защищен от перегрева. Дополнительную защиту мотора от перегрузки обеспечивает технология Protect Plus. Цена – 7300 рублей. Если сравнивать с предыдущей моделью, эта электромясорубка обладает большей производительностью, оснащена более удобным управлением, дисками с более привычным диаметром отверстий и дополнительными насадками. А с учетом меньшей стоимости, все владельцы готовы порекомендовать модель к покупке.
А следующая модель в моем топе – Gymlex GL MG500SS. Это мясорубка с несколько нетипичной формой корпуса, которая обеспечивает лучшую устойчивость и снижение вибраций при работе. Он выполнен из высокопрочного алюминия, а рабочие части из нержавеющей стали. Из-за этого модель обладает большим весом 6,5 кг. Для сравнения, описанные в рейтинге выше весят порядка 4 кг. Двигатель с пиковой мощностью 1000 Вт, номинальная 500, обеспечивает достаточно высокую производительность – 2,7 кг в минуту. Работает мясорубка на нескольких скоростях. Переключение производится удобным переключателем. Для освобождения шнека при наматывании на него жил предусмотрена функция реверса. Также стоит выделить оригинальное исполнение системы фиксации рабочей части. В комплект входят 3 диска с размером отверстий 3, 4,5 и 8 мм, 2 насадки для приготовления колбасок разного размера и пластиковый толкатель. Цена – 10 тысяч рублей. Если сравнивать с предыдущей моделью, эта мясорубка обладает меньшей мощностью, но аналогичной производительностью, оснащена большим лотком, удобной системой фиксации рабочей части и комплектуется большим числом насадок, а главное, выполнена в металлическом, а не в пластиковом корпусе, как другие модели. 92% пользователей рекомендуют ее к покупке. На четвертом месте стоит бюджетная Mulinex HV1 ME108832. Модель обладает небольшими габаритами, выполнена в лаконичном дизайне, оснащена противоскользящими ножками и удобной для переноса ручкой. Электромясорубка с достаточно мощным мотором, 1400 Вт, 300 Вт номинальная, способна перерабатывать до 1,7 кг мяса в минуту. Нож выполнен из прочной нержавеющей стали и обладает способностью к самозатачиванию. Несмотря на невысокую стоимость, эта модель обладает самой большой функциональностью среди уже описанных в рейтинге моделей. Для этого она комплектуется двумя дисками для приготовления фарша с отверстиями 5,7 мм, насадкой для приготовления колбасы тремя насадками-терками, шинковкой, насадкой для нарезки ломтиками и для приготовления драников. Для использования мясорубки в качестве терки нужно поменять рабочую часть, у которой предусмотрено более широкое подающее отверстие. Управление производится всего одной кнопкой. Для перемалывания фарша в комплект входит пластиковый загрузочный лоток и толкатель. Для провода на время хранения предусмотрен отсек. Цена – 5400 рублей. Это самая бюджетная мясорубка в моем рейтинге, но несмотря на это, она выполнена достаточно качественно. Ожидаемо уступает мощностью и производительностью предыдущим моделям, но зато превосходит их функциональностью, так как способна заменить собой шинковку и измельчитель. 89% владельцев модели готовы порекомендовать ее к покупке. Тройку лидеров открывает тоже недорогая модель Axion M4102. Модель оригинальной формы с углублениями, в которых утоплены кнопки управления и интересно исполненной ручкой, за которую удобно переносить прибор. Мясорубка мощностью 1700 Вт, 250 Вт номинальная, обеспечивает производительность до 2 кг мяса в минуту. Комплектация у модели очень большая. Для приготовления фарша и колбас предусмотрено два диска с диаметром отверстий 4,9 и 7 мм, а также диск с овальными отверстиями и насадка для набивки колбас. Для удобства загрузки мяса предусмотрен пластиковый загрузочный лоток и толкатель. Также модель комплектуется приставкой овощерезкой, в которой идут 4 сменных барабана для нарезки разными способами – ломтиками, мелкого, среднего и крупного шинкования. К этой конструкции предусмотрен толкатель для защиты рук при подаче продуктов. Еще есть насадка со шнеком для выдавливания соков из овощей и фруктов с тремя насадками, которые позволяют получать сок с мякотью и без. А на носике есть краник, которым можно перекрыть подачу сока. Еще одной важной особенностью этой модели выступает наличие защитного экрана, который защищает кухонные поверхности от брызг. Управляется модель двумя кнопками. Одна отвечает за включение и отключение, другая включает функцию реверса. В задней части корпуса предусмотрен отсек, в котором можно хранить не только смотанный кабель, но и насадки. Здесь же расположены еще одни ножки, что позволяет переворачивать прибор на время хранения для экономии места в шкафчике. Так он занимает меньше места. Цена – 6300 рублей. Если сравнивать с предыдущей моделью, обладает намного большей функциональностью и предназначена не только для перемалывания мяса и приготовления колбас, но и способна выполнять функцию терки и соковыжималки. 91% пользователей рекомендуют эту модель. На втором месте стоит самая дорогая модель в рейтинге – Garlin MG5000. Модель обладает уникальной конструкцией, выделяется приятным видом и необычным дизайном. Отличается модель и наличием электронной панели управления, с помощью которой можно менять скорость работы, использовать функцию реверса.
Кнопки оснащены светодиодной подсветкой. Лаконичный внешний вид скрывает мощный мотор на 2400 Вт, 500 Вт номинальная, который обеспечивает отличную производительность, 2,75 кг мяса в минуту. И при этом он не создает много шума. Двигатель оснащен системой защиты от перегрева и перегрузки M-Pro. У электромясорубки съемные рабочие детали для превращения ее в овощерезку или соковыжималку. Для переработки мяса предусмотрено три диска с диаметром отверстий 3, 5 и 8 мм. Еще есть насадки для приготовления колбасок и кёбе. Для нарезки предусмотрено 4 вида терок барабанов, для шинковки разной степени помола и для приготовления драников. А для защиты рук есть специальный толкатель. Прибор выжимает сок по шнековой технологии, для чего комплектуется всеми соответствующими деталями, а также двумя контейнерами для сока и сбора жмыха. Выделяется модель и длинным проводом – 1,5 метра. Цена – 20 тысяч рублей. Если сравнивать с предыдущей моделью, обладает такой же большой комплектацией. Но по качеству измельчения, мощности, оснащению, способу управления и даже по внешнему виду превосходит ее. И несмотря на довольно высокую стоимость, 95% пользователей рекомендуют эту модель к покупке за производительность и функциональность. И вот мы наконец добрались до лидера моего топа. Это Volmer M905 X-Power. Эта модель лаконичного дизайна выполнена в металлическом корпусе, что обеспечивает ее надежность и долговечность. Оборудована прорезиненными ножками для устойчивой установки на поверхность во время работы. У нее металлический загрузочный лоток, его можно накрыть пластиковой крышкой, которую можно использовать как лоток для перекрученного фарша. Мотор с пиковой мощностью 2000 Вт и самой высокой среди рассматриваемых моделей номинальной мощностью 800 Вт обеспечивает достойные характеристики и быструю переработку продуктов. Двигатель здесь с защитой от перегрева и перегрузок. Мясорубка способна перемолоть до 2,7 кг в минуту. Управление производится поворотным переключателем, вынесенным на верхнюю панель. Работать двигатель может на двух скоростях, а также имеет функцию реверса. У электромясорубки металлические шестерни редуктора, что гарантирует надежность прибора. Также стоит отметить и серповидный стальной нож. Особая форма и острая заточка помогают ему не наматывать и легко перерубать жилы. В комплектации есть запасной нож. Также в комплект входят три диска с популярными диаметрами отверстий 3, 5 и 8 мм и насадки для приготовления колбасок кебе. Пластиковый толкатель поможет удобно и без риска загружать куски мяса в горловину. А для простоты очистки решеток в комплект входит специальный аксессуар. Провод можно смотать и спрятать под низ корпуса для компактного и удобного хранения. Модель можно купить в комплектации Профи, которая отличается большим оснащением, дополнительными насадками-терками. А комплектация Профи Плюс помимо овощерезки комплектуется еще соковыжималкой для приготовления сока с мякотью. Все эти насадки и дополнительные детали можно докупить и отдельно. Цена – 17 тысяч рублей. Если сравнивать с прошлой моделью, эта мясорубка обладает более мощным двигателем, отсеком для хранения провода, оригинальными по форме ножами. Модель в металлическом корпусе, надежном исполнении и отличной комплектации. Причем базовую комплектацию можно дополнить для расширения функциональности прибора. 95% пользователей полностью довольны возможностями и надежностью электромясорубки. Это был рейтинг лучших электромясорубок на 2022 год. Напоминаю вам, что посмотреть стоимость всех моделей можете по ссылкам, оставленным в описании. Ставьте лайк и расскажите, какие насадки для мясорубки вы используете чаще всего, и какой функционал имеет значение именно для вас. Пишите свое мнение в комментариях и до встречи в новых видео.